Кравцова, чтобы не соврать. 3 очка, значит. Инерция пронесла Кирилла. Фисенко не смог выпрыгнуть. Слишком большой вес. Ему пишут 2.16. И снова Кравцова. Понял, что отдать передачу не выходит. Лещук не добрасывает до кольца. А этот спорный уже в пользу команды Болгарии. Надо забивать. Забивая за 3-очковый, он учитель. Он все время показывает. Надо так. Кирилл Фисенко забрал подбор, удержал мяч. И он продолжает водиться. Фисенко. И забил с фолом Кирилл. Прошел, нырнул. Кирилл будет, вот посмотрите. Вот он ныряет отсюда и выносит мячик. Ничего не получить фол. Но это так реагировать нужно быстро. 3 очка Вашову заслон поставил. Ну, ребята, забил уже 3 на чемпионате Европы. Бил Фисенко. Фисенко и Лукашов. Что такое? Фисенко коснулся лба бросавшего игрока. Поздравляю Олега Журавлева. Вот он стоит, он ждет статистику, которую выдают. А украинские баскетболисты, благодаря своих болельщикам, молодцы. Напоминаю, что мы сегодня показываем прямую трансляцию. Сейчас там технический персонал, но ведь после этого придется снова проверять высоту кольца. Так-то по секунду Кравцова, Фисенко. Вот этот игрок, 14 номер. Цинцадзе ищет Шермадини, а Фисенко ищет блокшот. И на... Провели наигранную, абсолютно точно это заметно. Слон не поставил. И Фисенко забил этот мяч Каишвили, а отдает мяч Пачулия. Пачулия обыграл уже Фисенко. Забирченко не бросил сразу. Хорошая передача. Отличная. Вот что значит опыт игры в НБА. Фисенко не просто забил этот мяч. Он Бойсу держал на спине, не позволяя тому. Посмотрите, что делает сейчас. Вот не видно. Вот он Бойсу держит на спине, не давая тому переходить. Фисенко и... Шермадини неправильно ставит заслон. Этого не... А он все время двигается. Козлов на Фисенко. Фисенко очень... Надо быть готовым к силовой борьбе под кольцом и забивать даже с полами. 27,1 секунды еще играть. То есть практически там, если все грамотно сделает сборная Грузии, времени на ответную атаку в обрез. 3 секунды. Вот он его держит, смотрите, обнял и держит, не дает обойти. Фисенко тяжело перебросить. Куда сборная Грузии? Смотрит. Не знаю. Через... Практически через полчаса мы уже начали.